Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня у нас новая серия на проекте Бузин Холи Плей. Сегодня мы будем работать таксистом 1 час. Я вам обещал записать данное видео, поэтому держите, как бы распишитесь. Красавчики, вы набрали там, по-моему, почти 300 лайков, хотя я просил 200. Именно поэтому я сегодня записываю данную серию. Работать мы будем на моей машине, это BMW M5F90, с 3-м чипом, аудио, там нитро, короче, полный фарш. То есть серия реально будет интересная. Ладно там на обычной BMW M5F90 работать, а здесь еще и 3-й чип стоит. То есть она реально очень быстрая. И сегодня мы посмотрим, сколько я смогу заработать за час на вот этой вот малышке, на моей любимой машине, на моей легенде. Я думаю, реально будет интересно. Также не забывайте вводить промокод, пишите MM, потом 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холи Плей. Я думаю, все знают, в принципе, как работать. Как бы ничего сложного нету, просто вступаете в компанию, то есть таксопарк, либо в Южном, либо в Батырево. Я состою в Южном. И что, пацаны, у меня замки нету. Я не могу принимать людей в таксопарк, поэтому можете по этому поводу мне не писать. Меня сами как бы приняли. Я на время как бы зашел поработать. Я там на дальнобойщиках работаю, продукты, бизнес вожу. Поэтому постоянно быть таксистом я не могу. Такси можно работать как на своей машине, так и на машине, получается, компании. Там на Логанах, на BMW и так далее, если они куплены. Я буду работать сегодня на своей машине. Я не знаю, что из этого получится. У меня почти уже 10-й скилл, давайте я вам покажу. Ну как почти, еще, конечно, надо 23 раза доставку сделать, и будет уже, получается, 10-й скилл. Но так в целом, в принципе, нормально, я считаю. Кстати, еще самая важная темка, как я думаю, это посмотреть процент, потому что я, честно, не знаю, какой здесь процент, и он, походу, здесь даже не написан нигде. Да, я здесь вижу процент. Ну, процент вроде бы как, если я не ошибаюсь, 13. Может, конечно, его поменяли, но раньше был процент 13, поэтому, может быть, так и осталось. Сейчас мы берем, едем, получается, в Эдово, потому что именно там я буду работать. Вот реально лучше всего работать в Эдово. Давайте я вам еще Карпас покажу на всякий случай. Вдруг кому-то будет интересно. Вот BMW M5F90. Видите, здесь реально 3-й чип, там все дела. Ну, на Бэхе реально хорошо работать. Мне очень нравится. То есть это реально, наверное, самая имбовая машина для этой работы. Лучше просто не найти. Тем более с 3-м чипом их вообще нету. На 01-м сервере у меня одна, понимаете? У меня одна BMW M5F90. Получается на 3-м чипе аудио и нитро. То есть есть там M5F90 с нитро и аудио, но ни у кого нету 3-го чипа. Давайте я вам еще покажу, получается, мою статистику в такси. Я вот заработал, получается, за все время для себя почти 2,5 миллиона, перевозок у меня почти 300 перевозок. Ну, то есть работа, знаете, ну, я не скажу, что она там капец какая прибыльная, но многие здесь работают, многим здесь нравится. Но я честно не засекал, сколько я зарабатывал за час, поэтому сегодня мы это как бы узнаем. И я вот насчет скилла честно не знаю, он на что-то влияет или нет. Ну, реально, типа, непонятно. Влияет он на что-то, не влияет. Потому что, вроде бы, знаете, скилл качается, но зарплата как бы не увеличивается. Может быть, надо там намного больше скилл прокачать, чтобы была видна разница. Потому что у меня почти 10-й скилл, ну типа разницы между 1-м и 10-м я толком не увидел. Вот если хотите быстро скилл прокачать, катайтесь именно в Эдово, потому что здесь как бы нету светофоров, быстренько заказики возите. Ну, пацан вообще по полю поехал, ему нормально. Так, пацаны, пишем команду job, получается, потом начать таксовать на личном транспорте, у нас появляется шашечка, и потом просто пишем команду job, либо c-меню, без разницы, мне удобнее job писать. Так, доставка, ну как бы работа реально несложно, я об этом уже 100 раз рассказывал, просто по меткам ездите и все. Как бы вообще ничего сложного нету. Просто катаетесь, можете там музыку включить, можете там, не знаю, сериал какой-то смотреть, просто кататься и все. То есть работа реально несложная, но насчет прибыли я, конечно же, не знаю. Так, давайте засекаем. У нас получается 8.15. То есть 9.15 мы должны будем закончить нашу работу. Вот этот чекпоинт меня очень сильно бесит, потому что он находится в немножко неудобном месте, потому что нужно как-то по конченому сюда заезжать. Ну, приходится как-то вот так вот, знаете, боком, раком заезжать сюда, чтобы эту метку взять. Метку, кстати, можно брать, не выходя из машины, вот таким вот способом просто. Взяли метку и все, и поехали. Ага, нам сейчас Варзамас или Батырева отослала. Ну, в принципе, ладно, нормально. Показывать целый час, как я работаю, нету никакого смысла. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. We'll be right back.
Ну что ж, вот и прошел час. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, сколько я заработал. Вот примерно просто навскидку подумайте, сколько я мог заработать за час, получается, на этой работе. И напишите об этом в комментариях. Хотя бы там, ну, примерную сумму, как вы думаете. Мне вот интересно, кто-то угадает или нет. Итак, я поработал час. И я заработал 226 тысяч. Но, пацаны, я еще заправлял машину на 17 тысяч, поэтому не все так, в принципе, плохо. Вот, мы можем посмотреть статистику. То есть я заработал за час почти 250 тысяч. И заработал в компанию 42 тысячи. То есть, в принципе, работа как бы нормальная. 250 тысяч за час — это как бы очень даже неплохо. Понятное дело, то, что у меня как бы вот быстрая машина, на которой я очень быстро делаю заказы. И не у каждого будет такая машина, но думаю, 200 тысяч вы точно будете делать за час. Это 100% на любой машине, мне кажется. То есть, ну, работа, знаете, такая интересная. Я работаю таксистом не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы вкачать скилл. Для того, чтобы заработать, можно пойти дальнобойщиком, либо на рыбалку. А здесь чисто, знаете, так, катаешься, просто кайфуешь, слушаешь музыку и все. То есть, работа несложная, 250 тысяч, я думаю, это нормально. К сожалению, вкачал скилл 10, к сожалению, да. Вот не хватило немножко мне, 4, получается, поездки мне не хватило. Но это потом уже сделаю. Сейчас уже не хочу, немножко что-то я устал от того, что я утром это записываю. Я немножко устал ездить, поэтому позже, я думаю, я полностью уже прокачаю скилл 10. Ну, то есть изначально, как бы, я шел сюда, чтобы вкачать скилл. То есть я себе поставил цель вкачать 10 скилл таксиста. Я уже почти это сделал. То есть, в принципе, для новичка эта работа будет нормальной. Нормально. Ну, вы просто ездите на машине, все. Вам больше ничего делать не нужно. То есть, у вас есть метка, вы туда приехали и все. То есть, для новичка эта работа будет реально хорошая. Возможно, я буду, конечно, дальше скилл качать. Я думаю, всем все понятно, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.